Василий Набиуллин является единственным сыном Эльвиры Набиуллиной. После окончания школы он поступил на факультет экономики при Национальном исследовательском университете, где его отец на тот момент являлся ректором. Семья отрицает причастность к поступлению и протекции студента при выборе университета. Василий Набиуллин – молодой человек, который после получения первого диплома отправился учиться в Манчестерский университет в Англии. Он не мажор. В скандальных сходках не был замечен, не гоняет по Москве на элитных авто, не светится в молодежных тусовках. Правильный, незаметный, скрытный, чересчур даже правильный и скромный. Складывается даже такое впечатление, что парень – член какого-то закрытого сверхэлитного клуба, знать о котором простым смертным совсем не обязательно. В настоящее время Василий занимает должность научного сотрудника Высшей школы экономики.